Привет всем! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Все у вас хорошо? У меня все нормально. Ну вот, просили там описание украинских мелочков. Я сюда. Лисичанский, пожалуйста. Вот эта сторона. Попробую ее описать. Да, и прям вот высыпала. И даже еще один у меня идет, наверное, монастырский. Даже не посмотрела, что высыпала, представляете? А, монастырский взяла. Вот он подарок был у меня такой. При покупке монастырский мне подарили. И Святогорье. Попробую вам описать, чтобы было немного понятно, да? Но я, если честно, вот сюда смотрю или сюда смотрю. Ну, в общем, вы со мной, я с вами. Самое главное. Вкус. После дождя. Святогорье. Сухой. Средняя твердость. Свежевыжатый сок. Апельсин. Вкусный мел. Сухой. Как я уже сказала. Но привкус бомбический. Скажите, попробуйте. Thank you.
Жую долго, потому что крупинки крупные. Вообще не растворяются. Пока их не разжуешь. Давайте лисичанский попробуем, да? Это лисичанский. У него такая структура интересная. Не похоже на остальные мелочки. Вот здесь хорошо видно вроде бы. И она как будто бы маленько жирнее. С мякотью. Надо же показать, что мякоть есть. Густоватый такой, если честно. Лисичанский вкусный. Да, еще бы его описала бы я, да? Я такой милоед, но описывать он такой маленько пористый, что ли, плотный и пористый в то же время. Так, это не тот. Но он мне нравится. У него вкус не после дождя, не побелка. Сейчас еще раз откушу, скажу. Вот для меня вкус манной каши. Ну, честно. Я очень люблю сама молочная. Очень много пью молоко. Кашу я могу есть каждый день. Любую. Кроме... Как эти хлопья называются? Ну вот, говорю на русский язык иногда.
забываю некоторые слова. Овсяная, да, наверное. Хлопьями. Ее не ем. Остальные каши все. После вкуса как будто чуть-чуть сладковатое. Лисичанский вкусный. Кстати, какие-то есть еще соленые. Я не любитель соленого. Мелые глины. Но голубую глину могу поесть. Она такая маслянистая, вкусная. Но мел соленый кушать. Немножко не то. Два вида у меня соленых мелочков есть. Может, мы завтра с вами попробуем их? Ну так понемногу. Я попробую. Давайте попробуем монастырский, да? Он у меня есть, килограмм. Его есть. Пакетик. Ну, а это подарок. Всегда же подарки бывают лучше, да? Как-то вкуснее, наверное. Может, подарок вкуснее. Угу. Чуть мягче железа, наверное. Желтые вкрапления. Помадные вкрапления. Супер сухой. Он так быстро тает во рту. Ну и супер твердый. Как укусил один раз, сразу тает. Ну так, рядом со всеми положим, чтобы он одиноким не был. Ну что? Еще кусочек.
Кому нравится после дождя, рекомендую вам Святогорье украинский. Прям насыщенный вкус. Это мой ужин. Я не ужинаю. Я не завтракаю. Вообще. Это очень редко. Месяц, может, один раз. Я ем только один раз в день. В 4 или в 5. Ну, это мой ужин. Это для меня много. Как-то привыкла так уже. Вот. Вопросы там задавали. Мне надо как-нибудь видео снять. Вообще хотелось бы напрямую с вами пообщаться, чтобы ответить на ваши вопросы. Но честно скажу, я еще не умею включать эту камеру. Ну, то есть, общение это, да? Честно, открыто скажу. Вот. Хотя подумываю создать еще один канал. Ну, канал будет, кому интересно, красивые вещи буду снимать. Турция. Я живу в Турции. Здесь очень много всего красивого. Очень много. Все яркое. Не знаю, когда приезжаю в свой город, там все серое. Но я люблю, конечно, свой город очень. А здесь все яркое такое, тоже очень красивое. Есть очень много интересных вещей, очень красивых вещей. Хочу как-нибудь это все снять, показать, ну, любителям такого. Дай бог, открою канал, заведу этот канал. Будет интересно очень. Все о Турции. Особо так рассказывать не буду, честно скажу. Так как я здесь живу, то могу показать там, где буду гулять, где буду делать какие-то, может быть, покупки. Интересные вещи вам покажу. Может, вам понравится. Что-нибудь захотите, пожалуйста. Без проблем. Без никаких там накруток, без ничего. Вот даже покажу вам цену, и по этой же цене могу вам, если вам что-то понравится, отправить. Потому что для меня очень важно людям делать приятное. Я люблю это делать. Радовать как-то людей. Реально бывает приятно. Я тоже даже просто когда внимание, да, маленький такой подарочек, там даже вот этот вот подарочек маленький, это было так приятно, очень даже. Поэтому как бы в планах такое есть. Реально от Святогорья оторваться тяжело.
водичку не взяла. Был только сок, которого уже нету. Ставьте лайки. Я всех люблю. Целую. Кто захочет сюда приехать, без проблем. Встречу. Помогу, подскажу. Теперь мы с вами друзья. Все спрашивайте. Ой, так вкусно. Вообще. Да, привкус. Правда, все здесь у меня набилось. Реально вкусный. Я, наверное, писала так не очень так скромненько, да, может быть. Ну, как могла, писала, извините, пожалуйста. Ну, я имела ее давнишней. Я ем 26 лет. Тысячу раз собиралась бросать. Только собиралась. Привычка, конечно, не очень хорошая, но и пила лекарства. Не помогает. Ну вот. Как-то так. А теперь уже и не собираюсь бросать. Думаю, может быть, придет само по себе. Будем когда-нибудь старые. Откуда зубы? Ну, дай бог, чтобы они были всегда. Но все равно, думаю, так сделаем стакан и выпьем. Вот тебе и вот все удовольствие. Не похрумкаем. А этот звук я тоже люблю. Я смотрю многих мелоежек. Всем мелоежкам тоже привет. Я их всех люблю. У каждого свой звук, вы знаете, да? Хруста. И люблю каждого смотреть. Где-то 5-6 мелоежек я смотрю постоянно. Мне нравится, как они хрустят. Очень аппетитно кушают. Вот. Ну все, дорогие мои, пока-пока. Заболтались совсем. Не, может быть, я вас задерживаю. Так что извиняюсь. До встречи. Завтра, дай бог, все будет хорошо. Мы с вами встретимся обязательно. Везде мел. Пока-пока.